6 автомобилей и большое количество медикаментов, предметов одежды и других вещей, необходимых для военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, закупили и передали приморцам предприниматели Октябрьского округа. Как отметил глава округа, это лишь малый посильный вклад в поддержку тех, кто сегодня сражается против неонацистов на Украине. Мы уверены, что наша помощь очень нужна и важна. И кроме этой помощи, та теплота, с которой мы всю эту помощь отправляем, наверняка согреет сердца и души наших бойцов. Это не последний сбор всего, чем мы можем помочь нашим ребятам. А вы держите строй. Машины, украшенные знаком V и загруженные коробками, собранной жителями округа помощи, уже отправлены в расположение воинских подразделений, где проходит службу приморцы. От себя, от лица своего батальона, также воинского соединения, хотим передать огромную благодарность, выразить искреннее, так сказать, спасибо. Этим самым вы даете для нас понять, что вы нас не забываете, вы нас помните. Напомню, внести свой вклад в дело победы может каждый желающий. В Приморье работают более 80 пунктов сбора, снаряжения и иной помощи добровольцам и гражданам, призванным на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Они располагаются во всех муниципалитетах края. Анна Дьякова, новости на 8.